Тамара! А здесь пик спеваю. Неси свой салат, Польша приехала. Но Магдалина приехала. Ага. Вот утроханный, еще одна девочка. Дорогие гости, польские гости, просим вас выпить и покушать. Хотя же и поздно уже. Ну, все равно у нас в Беларуси и разницы нема. Да. Они тебя нема разницы, гости. Из-под горки, ох, больно, ветер веет, ой, из-под горки, больно, ветер веет, ой, там коза капша. То треба ж третій, нас не хватає. Чекай, чекай, чекай. Одне лишнє у нас. Чекай. Маня, чекай. 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 Так, на треть. Романя. Рукавиця, а мой миленький сказав, добра майстериця. Я не рублю лапки. А, кузняша, ти що? А щербіянку я писала, щербіянку резала, шила мілому штани, дівчину прорізала. На кого ж такі бабули у нас? Еко мені свати вийшла, наче вода вьюся, а я стану побігаю, може розбігуся. А не забуди. Ты не бойся, Маруся. Жива, Маруся, где я все хуже купила? Да, видно теперь. Дякую. Доброй ночи.